Едет Нива, всех унизить. Смотри, смотри, смотри. Не едет, а крадется. Смотри, крадется. Ёханый бабай, как красиво прошел. Смотрите, друзья, такого вы еще не видели. Просто, просто издевается, да? Глумится в жесткой форме. Поехал. Нормальный экшен. Красиво. Давай спихивать. Концовка красивая. Видел, какой он быстрый? Вова. Какой он быстрый, эмблема даже стерлась сзади. Так, стой, так спина трется об сиденье, когда он едет. Еще подъезжают участники. Сейчас будет нормальный экшен. Спасибо. Сейчас будет жесткая рубилова. 20 машин на старте. Так, говорили 20 участников, что-то там, наверное, уже больше выстраиваются в два ряда, или в три, наверное, уже. Да, так, старт. Черкан, да? Черкан, ля летит, тут это Гранд, да, Гранд. Да он всех выдрючил, ля, сколько, ух ты. Так, Колян первый. Поджерик V6, короткий. Пошли там по-жесткому. Смотрите, армада какая. Тут просто неимоверно это снять. Зрелище. Ваня тут. Ваня, влево-влево уходи. Смотрите, что тут творится. Вот тут надо снимать. Так, тут еще не все. Тут рубилово пошло. Круг сегодня короткий, но жесткий. Все, пошла. Пошла жара. Белая Нива с Харькова известная. Тут джимник тоже. Тут серьезно, как в прошлом году. Сидят половину. Очень сложно с самого начала. Вот это уже пошла тема. Борьба жесткая. Здесь лидеры уже тут. Колян первый на гранде. Вон он, лидер. Так, ну а здесь весело стало уже. Просто весело. ДТП чуть не было. Серега, посмотри, чтоб не заехали в меня. Занимай право. Бля, не сдается. Пробивает, копает, пробивает. Но там уже Чироки тоже сидит. Сейчас второй круг сейчас будет. Лидеры сейчас приедут на второй круг. Ждут очереди. Это жестяк просто. Это просто жестяк. Белая там бы проехала, но ей мешают. Будет все, а ты мне не веришь. Я чую по голову. Вот белая Нива Харьковская. Красавчик, вы посмотрите, что он делает. Что он делает? Блин, я тут уже по деревьям лажу. Тут хорошо видно более-менее. Вот это рубилово. Все, пробка, да? Пробка. Ну, Ваня идет на якоре. Молодцы. Вот. Крайняя Нива слева. Штурман заякорился якорем. И идут.
Молодцы. Так, УАЗ зашел. УАЗа тут еще не было сегодня. Тут тоже класс, трасса практически классическая. Чуть кольцо не меньше сегодня, ну и правильно. Основное вот борьба. Жестяк просто. С якорем работает, почти выехали. Настоящая трофи. Кто-то красиво звучит, Нива. Все, Ваня выехал. Это Нива, друзья, это Нива. Ну серьезный там аппарат. Куда ж ты обратно заехал, елки-палки? Чуть-чуть надо было. Далеко. Все. Тут весело. Какие яркие кадры. Так, Ваня поехал. Ваня поехал, а Чироки тут пытается вырулить, но... Сложновато ему, копнул сильно. Тут якорь, ну правильный формат. ТР-1 уже это серьезный класс. Ну, как в прошлом году в ряд не выстроились, а вот выстраиваются. Сейчас будет красивый кадр. Вот как в прошлом году, ну Нива поехала. Что это за Нива вообще? Как она так едет? Молодцы. За ней еще одна Нива. Чироки второй раз лебедятся. А вот и Нива. Ваня красавчик просто. Просто красавчик. Сейчас обходят. А Чироки пролетел первый. Грань Чироки. Но все равно все в пробке стоят, отдыхают. А Ваня идет. Сейчас он выйдет. Ну молодцы, конечно, тут. Организаторы красавцы. Музыку выключили наконец-то. И пошло настоящее трофи. Зрители подтянулись, уже их много. Такое раз в год только. Такой экшен в этом месте. Но пока что-то все остановились. Сейчас Нива поедет. Саня идет с якорем. Нива заякорилась уже. И пошла, все. Достать якорь и уедут. И широкий коридор, ну весь коридор заняли. Красиво звучит. Вторая, следующая Нива, это Вова. Это он мне сказал, чтобы мы задержались. Говорит, сейчас будет экшен. Не обманул. Тут сейчас кто накатает траекторию, сможет объезжать пробки быстрее. Чироки потеряли время, почти выехали ребята. Ну, интересную трассу изменили немножко. Не туда, туда. Не туда поехал.
не в отчеткая тут, конечно. Она была на RFC в прошлом году летом в Калакуне. Я ее по голосу узнал. Чероки уже копнули жестко. Якорь у них такой небольшой. Посерьезнее нужен. Так, Вова поехал, Саня идет. Так, а вот и белая Нива знаменитая. Ну, она сейчас еще покажет, я думаю. Такой затык сейчас чуть-чуть растянутся по трассе. По накатывающей траектории. Легендарные Нивы в кадре. Серьезная тут машина. Опять ошибка. Не видно трассу. Та же ошибка. Сейчас увидит трассу по другим участникам. УАЗ прорвался. Тоже дорогу не знает. Чероки не мешает, потеря времени. Ну, сейчас выучат трассу. И поедут тут. Джимник вышел, Коля. Как он где-то делает? Он проскочил, елки-палки, друзья. Нет, это не он, это другой Грант. Смотрите, какая тут рубка идет тоже на каждом метре. А УАЗ не застрял. Тоже дорогу не знает пока. Еще это первый круг. Сейчас ребята разберутся. На втором круге еще ни одной машины нету. Это спокойно очень ребята идут. Грант. Хорошо подготовлен, но тяжелый, конечно, бампера. Никуда не денешься, задний массивный такой бампер. Тут одна ошибка, и так встряли наглухо. Ну, тут кто слабо готов, будут в этом месте долго стоять. Не вокруг сделала. Вот он, лидер. Это на первом круге. Так, он и Игоречек пытается под правой лентой. 70-ка, сейчас я вам крупнее ее покажу. Но пока сложно. Ну, ребята, четкая работа с якорем. Нашли дырку, зацепились и поехали. Молодцы.
где-то меняют рельеф местности, но вариантов нету. Лопата, конечно, не самая подходящая. Размер ее точнее. Да, не могут якорь достать, хорошо зашел. Toyota потихоньку начинает движение. Очень долго стояли. Очень красивая, там и мосты покрашены, и сама покрашена. Смотрим, проблема. Сверлил хорошо, но ну все, пока. Так, лидер идет. Копал бы чуть спокойнее бы, наверное, было бы легче. Болото есть дно, но проваливается все равно. Молодец, все, на твердом. Сейчас поедут. Ну и 70-ка почти вышла. Ну, ребята не сдаются, копают. Сейчас будут лебедиться. Так, Нива, Ваня. Вон второй идет, наверное, сейчас после Нивы. После самой громкой, красивой Нивы. Ваню прилип там глубоковато. Красавцы, красавцы. Так, Toyota, красивая Toyota пошла. Что-то пел штурман, вышел. А якорь забрать. Ребята сантраки достали. Такая боевая. Тут все в зрителях. Очень зрелищно сегодня. День просто идеальный. Плюс вчерашний дождь, я думаю, улучшил. Кричат, что неправильно очередной раз поехал. Не все знали трассу. Неужели не было время? Так, Ваня пошел, молодцы. И бокал красавчик под правой лентой. На лебедочке. На очень тяжелой машине. Все, Toyota нашла дорогу. А тут Toyota против Нивы в основном сегодня. Ну и немножко джипа. Продолжают неравную борьбу. Чуть ДТП опять не произошло. Ну, поджирик молодцы. Это Юра, наверное. Красиво. Якорь. Да, это Юра с Бобровицы. Так, а это... Витара, да, подходили мы к ней, была она в прошлом году, очень круто боролись. Пробка чуть рассосалась, пошли машины, вот, лидер первого кольца стартового, к
Халян пошел. Ну, Игоречек, давай, что ж такое? Забыл дорогу. Там купают зрителей. Молодцы. Правильно, надо стоять дальше от ленты, да? 100%, особенно там. Особенно там, да. Юрец тут. Да, да, хорошая трасса такая. Вы все видите. Очень ярко. Опа, Вован подрезал Игоречка. Ну, не в прямом смысле, ну, немножко. Теперь Игоречек хочет подрезать Вована. Ну, вот это борьба, у них это всегда происходит. Игоречек сегодня в легком классе пошел. Ну, боялся поцарапать. Нива дорогая очень. Эксклюзивная. Так, а Колян сейчас будет догонять. Колян, давай! А, затирает немножко колеса, но сейчас он там на прямиках догонит их всех. Так, возвращаемся. Что здесь? Тут какая-то серьезная. Дорогу никто не знает, ну. Хорошо тут Чероки сидит. Якорь намотал. Какой-то начинающий пилот, не очень опытный, плохо видит дорогу и напоролся на якорь. Намотал якорь. Штурман на отдыхе. Мне кажется, он думает, что он в Турции, наверное. Или в Египте. Сейчас его... А не, пилот его узнает по шлему, я думаю. Это его пилот. Так, Паджеро заряжен с каким-то начинающим джипером. Только, наверное, первый круг, да, только делают. А Нива делает второй круг. И не первое. Так, ну тут интересно. Тут очень интересно. Сидят все. Не, ну хорошая сложность, четкая трасса. А вон этот, который зрителей купает, идет на второй, наверное, на вторую попытку помыть их. Гранд-Чероки? Да, Гранд-Чероки, как у меня, даже цвет у него правильный такой, чтобы грязь не было видно. Так, Ваня с Игорем идут. Как-то медленно так. Так, Toyota сделала круг. Поймался, да? Да. Уже не первого поймали на якорь сегодня. Toyota чей-то намотал тоже, да, наверное? А хайджека нет, ребята! Им бы поднять бы ее, подкинуть сантрак. Да, долго ж тут, это он первый круг еще едет. И вытянулись уже, и взял назад, сдал опять. Надо было дотянуться уже вперед. Вова! Посмотрите, как профессионалы идут. Ходом! Ходом идут, просто красавчик. Это Нива. Так, все, пошла проездная траектория. Пробили траекторию. Паджеро 2, Юра 3,5. Ну, Вова. Красавчик. На
красиво. Да, молодцы. Так, Нива назад выбралась. А, кто-то подтянул ее. Закрыл лебеду. Не копай, не копай, идет по чуть-чуть. Чуть-чуть помоги, чуть-чуть. Стоп, стоп, давай, 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 потихоньку. Блин, так они засандалились уже жестко, там висит мост, висит полностью. Штурман на якоре взлетает. Сейчас, может, зацепит. Не, не может удержать. Якорь, конечно, маловатый немножко. Длиннее надо ручку больше, лопату саму. Получилось бы, ну может получится сейчас. Так, Чероки. Ну дальше всех заехал. Почти. Так, то Колян застрял, да? Да, уже там копнули. На гору, а да, котлеты были. Да, он в бугор уперся. Да, он действительно сюда может, да? На нас. А попробуй на нас, влево рули на нас, может сорвет, чтобы не в гору в эту. Так, Вова приехал. Ах, красиво, как, кто там поехал. А Игорь проехал, а Вова застрял, елки, Коля поехал. А как он поехал вообще? А как он проехал? Опа, бешеная Нива. Красиво, блин, как красиво. Классика оффроуда, можно сказать. Слышишь, за бугор, да, за бугор зацепишь сейчас. И влево руль. Влево на нас руль надо. Так, ребята, продолжают попытку выехать. Может, сейчас получится. Копнули там уже не по-детски. Да-да, там не стойте, отойдите ко мне ближе. Так, Игоречек едет. На тяжелющей машине. Вот какая борьба, Витара. Хотел обогнать Ниву, но не обогнал. Посмотрите, что делается. Игорь уже здесь. Ну, вроде идет по чуть-чуть. Пошел, пошел, красавчик. Не копай! Да-да, потихоньку. Совет помог, совет помог. 30 лет. Да, это вы спасли их? Не копай в натяжку, не копай! Красавцы выбрались, елки, столько бороться. Тут пошла борьба, пробка прорвала пробку.
Витары тоже идут неплохо. Нива сошла, похоже. Громкая Нива. По прямой не копай, выйди на твердое. На лебеде выйди на твердое и поедешь. Замылен протектор сильно. Джимник потихоньку. Называется, пожевали и выплюнули. Вы его-то сейчас не видите, какой он. Сейчас я вам попробую. Сейчас я вам попробую его показать. Вблизи он такой весь. Не видно сейчас под слоем земли. Очень боевой, в общем. Ну сорвали с твоей задницы. Да конечно, там. Вообще... Ну да, там бугор просто уперлись. Бампером. Да. Так, Саня с Вовой чуть-чуть потеряли, но идут. Паджерик сел. Пилот начинающий. И так неплохо круг сделали. На второй пошли. Да, спасибо. Голос знакомый, где-то слышали, да? Да, да. Да, красиво сегодня. И дождь вчера был, да, хороший, я смотрю. Такие лужи, мы заезжали оттуда, то там такие лужи на поле хорошие. Ну сейчас должен зацепиться и ходом туда-назад выскочить просто. А, он передом хочет. Может, должно получиться уже. Да вас тоже накрыло. Да. Сейчас на твердом все. На твердом. Не-не, все. Что тут происходит? Так, Юрец прорвался опять. Вы посмотрите, как хорошо идет. В призах где-то сейчас идет. Молодец. Сколько по времени? А сколько? Не знаете? Два часа, час? Не спрашивали. Юрец идет. Так, ну, великолепная четверка на месте. Не вынимают. Эвакуация патрулем. Так, что-то на хайджеке делают на Неве, ребята. Где-то все исчезли. Наверное, там какой-то Рубилова. Надо туда идти. Судя по тому, что никого нет, там какой-то экшен четкий. О, УАЗ появился. Нива ожила, ожила Нива. Кто-то валит. Трасса длинная. Молодцы. Так, Тойота появилась. Там хорошие места. Я так понимаю, там есть дальше болотца в конце, где-то там все сидят. Thank you.
Экшен полный. У вас дает экшен. Так. Джимник. Пробил траекторию, молодец. Тойота. Ух, как поплыл. Ну, молодцы, уже траекторию прокатали. Знают, куда ехать. Там борется до сих пор, да? Так, вот и Паджеро 3 нашелся и опять попал в пробку. Молодец, да. Тут ребята по-шустрому прошли, да. Проехал на сликах и Паджеро проехала. Так, ну надо пойти посмотреть все-таки, что там происходит. Далековато, но пойдем глянем. Да, я вижу это. Это банда, что-то сломалось, да, у всех? Что-то сломалось у них. У всех, да? Моторы, наверное. Так, судя по тишине. Так нырять. Пацаны, вы в тени нормально стоите. Не стойте, мешайте другим. Что там, что-то не выдержало? Заглохли лишь? Как-то слабовато. Чуть. А не, шины хорошие у вас. Сейчас просохнем, поедем. Да? А, да? Глубина тоже хорошая. Да, глубина. А по правым? Пробили под правым краем надо ехать. Мы по сиденью воды. Ёлки, ну да, это жестко. И это ТР-1 или Готки? А, не, ну тогда да. Да, нет машин. Какой-то там экшен хороший. Ёлки-палки. Вот это ярко тут рубятся. Ёлки, а где вы взяли машину такую? И что, долго? Стой! Долго делал? Не? 3 месяца. 3 месяца? Продаешь? Нет. Чего? Ну потом может или нет? Потом может договориться. Витя может, Витя вдруг захочет, блин. Может. А что там, патрол? А? Патрол? Discovery 1. Discovery 1? Красавчик, молодец. Красивый получился пикап. Так, второй выскочил, ну идем дальше. Сейчас, друзья, кажется, нашли. Нашли. Экшен. Видишь, узковатое. Узковатое место. А? Пошли посмотрим погодше. Подожди. А, сейчас, сейчас. Давай посмотрим, оценим обстановку, понял? И потом горшочек вот там хороший, вкусный. Ой, какое место шикарное. Режь слева, елки-палки. Все застряли, слышишь? Все застряли, а тут тенек, хорошо так местами. Какое красивое место. Опять Чероки этот перед нами. Чуть вправо руль, вправо чуть, да, нормально. Идет, молодец. Ты же можешь. Хорошо, хорошо. Чуть-чуть помоги, помоги колесами чуть-чуть. А там два сторона так крутится вся, да? Баллон у него там красный такой, как на кухне. Как на кухне, да? Слышишь, там где-то еще сидят. Вова. Где-то там еще, наверное, сидят. Что-то мало. Вон кто-то там, смотри, вдалеке. Пошел, зацепился, молодец. Газу, газу, газу!
Так. Это кто? Это кто? Зеленый человечек Игорь. Ты посмотри, какой он дерзкий, да? И у него, кстати, у него преимущество. У него не тяжелый вот, штурман. Правей. Не тяжелый штурман у него, блин. Да? Ну прикинь, если б ты сидел. Никаких шансов реально. А если б я, вообще никаких. Ёлки, землей хочет меня засыпать. Так, траектория проходная. Смотри, как джимник. Так, тут немного. Так, Вова. Не выйдет, Вова. Не, ну хорошо тут. Сейчас Вова выйдет здесь. Отличное место вообще, шикарное просто. Просто шикарное. Чуть флаг не порвал. Так, о. Кто это? Кто еще 28 это? 28 минут вроде. Еще 28 минут, да? Да. Ну, можем пройти туда, там вот тоже. Там тоже одно место. Посмотри, что он там творит. А что он это исполняет? Там же вроде есть другая дорога. Жесткий. Блин, поймал такси тут, как обычно, такое стандартное, свое любимое. Вот тут тоже интересное место. О, хорошо тут. Что-то поломалось. А, Нива опять. Ваня, вправо режь, вправо. Хорошие места. Дерево бедное. На последнем дыхании. Это известная яма. Ох, какое место! Давай. Как тут красиво! Да? Что там такое? Какие-то кустики, думаю. Не-не, за верх надо дерево! Встать на стропу и дерево за верх держать! Едет. Народ тут был, во! А я понял же, смотрю, никого нету, думаю, надо идти искать. Ну сбросить это может что-то, если есть кадры. УАЗ, он уже назад не едет. Пошел. Удержал, я ему правильно подсказал, видишь? Кто это, Юра? Так не могу все успеть. Ох, пошел. Да долго никого не было, мы ж пошли, пришли. Нормально тут. Кто пролетал, да. Ходом, вообще красиво. Это они все припарковались или что? Ну там. А, ходом пролетали, да? Да, ходом пролетало тут. Не его починили опять, он поехала вдалеке. Она не заводится? Не заводится? А что там, 4,7? А, 2,7. Ой, это хуже, блин, если 2,7 не заводится. Кто-то едет. Это Вова. Это Вова. А ну, ребята, отходите, сейчас Нива пройдет с одной гусеницей. Это... Ёлки-палки, как? Круто, да? А ну, вот этот. Интересный автомобиль. Паджеро 3 по следам Нивы, но это не Нива. Автомат. Это не Нива. Это тяжелый товар. Это не то. Какой-то начинающий, видно, джипер просто. Первый раз, да? Первый раз, да? Приехал. О, ты на бутылку принес? Да, да. Привет. Привет, друг. Вы готовитесь? Готовы уже, да? Прото едет. Прото? А что там прото ТРТ вместе, да? Да я понял, вы жесткие. Да, да. Сделай пару кадров хороших. Так, отступаем. Нивы. Ёханы бабай. Да.
Так, Ваня эвакуирует. Да, яма знатная, я вам скажу. Яма знатная. Пацаны, вы первый раз, да? Конечно. Привет. Блин, лечебная. Как вода? Теплая, нет? Да. Как-то сложно. Тебе сапоги мешают. Ёлки. Как с горки едет парень. Пилот чистый. В принципе, так обычно и бывает. Тут разрешают, видно, организаторы якорями пользоваться, я так понимаю. И они этим пользуются. Сложновато там. Копает новичок. По-жесткому на камеру работает. Молодец, спасибо. Виталик, влево руль! Влево руль! Еще влево! Блин, зачем же так копать только? Идет, чуть-чуть еще. Идет. Так. Там, в принципе, понятно, джимник. Может, и сам проедет. Красавчик, лента целая, поездил по ней, ну молодец, дольше готовились, чем ехали. Так, выскочила морда, ну там еще зад надо вытащить. Да, долго ребята все равно круг объезжают, там следующее препятствие. Пробка там и скорее всего на нем, наверное. Ну везде очень шикарную трассу сделали организаторы, красавцы. С музыкой только им надо поработать, отключать ее во время самой гонки, включать. Елки, велюр испачкал в салоне. Вынимает Ваня каталажкой. Грандец, ну, тяжеловато, конечно. Тойота оранжевая. Ходом. Ну, крутяк, чуть-чуть не хватило. Чуть-чуть назад, и можно выскочить. Почти вылетел. Блин, ну так шли круто. Шо опять? Молодцы. Сцепление. Ну, шли хорошо вообще. Жалко, часы два раза разбулись. И два раза разбулись, да? Сильно спустились? Свеже сбордировал вчера. Тойота тут отжигает. Вообще, весь спецучасток, вот новенькие пытаются выскочить. А не, там надо, ходом надо все. Тяжело. До финиша минут 15, может, даже 10 осталось. Немного уже. Ну, Тойота в призах по-любому. Начали они не очень, но потом прибавили. Что там, уже где-то финиш близко, да? Минут 10 где-то, да? Может, даже меньше. Так. Что, Колян все, да? Так, едет Нива, всех унизить. Смотри. Не едет, а крадется, смотри, крадется. Ёханый бабай, как красиво прошел. Смотрите, друзья, такого вы еще не видели.
Просто. Просто издевается, да? Глумится в жесткой форме, да? Глумится. Ну это ж гнило. Это жесть вообще. Они с ним не будут здороваться скоро. Не, ну зато слышишь, фотография вообще обалденная. Небо голубое. Грязь грязная. Люди грязные. Короче, классно тут. Быстрее бы финиш уже, да? Тут еще до финиша очень далеко. Вове уже надо идти сверлить это, в футболке под орден сверлить уже надо отверстие. Закрутку. Закрутку, да. Сказали до финиша 5 минут. Так а что? Елки-палки. Ну что, пожарка есть, попоедь? Да не, на море хотел человек. Стартовали все быстро. Ну, как всегда. Да, да. Концовка медленная. Блин, УАЗик, слышишь, быстрее всех объехал круг. Без лебедки. Без лебедки, да? А у него вариантов нету, надо быстро нету, ехать, нету, да. Нету. Только ходом. Ну, мотор Беховский делал свои. Беховский, да? 51-й? Не знаю, пока еще. Или 21-й. А вот это, я думал, что я ошибся. Нет, это действительно, ты прав. Третий, правильно? Это третий, да. Да. Потом третий. Так он еще легче. Он не едет. Не едет, да? Нет. Так, что-то тут... Там не стойте, ребята, отойдите оттуда! Да, тут подсел. Пошел. Пошел. На казете, чтобы не пошел, так и бывает. А вон кто-то едет. Как называется эта машина, знаешь? Пожеванный Джиммик, правильно говорить. Он когда чистый, он такой, вроде его пожевали и выплюнули. У Вовы Нива просто с салона вообще, по сравнению с этим Джиммиком. Поехал. Нормальный экшен. Красиво. Давай спихивать. Концовка красивая. Концовка красивая. Не поцарапал там? Вызывай, ментов вызывай. Да вы ж нашли, где стать, елки. Такое место тут опасное. Да уже финиш 2 минуты, пусть кто-то поставит на колеса. За каркас. Как там? Своими силами. Тут подготовлены ребята. Ну красиво шел. Макс-12 стоит. На легкой машине, да? На его месте мог быть ты. Все, можно заводиться, ехать дальше. Правильный каркас, да? Такое наварили по-взрослому там. Но труба не толстая, чтобы вес небольшой был. Машина. Видишь, как сверху сделано над капотом, чтобы тоже проходило. А я сделал полностью. Все, все продумано. Елки мстит мне, видел? Где ты его насолил? Не знаю, стараюсь, снимаю. Нива опять. Уже, наверное, время. Сейчас Вова по той стороне попробует. Смотри, 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 смотри. Сейчас будет экшен. Вам не надо. Да Нива не будет, Нива так не ляжет. Нива не ляжет так? Нет, так не ляжет. Нива, да.
Саня, ответь, Саня! Там ему зайти под углом, под другим просто, да? Да. Вот так, да. Что, там где Toyota заедет? Ёлки-палки. Колеса мой, и все, и пойдет. Чуть не проехал. Молодец. Уже, наверное, время. Уже да. Саня, какой якорь красивый у них. Хреновый якорь. Чего, с длинной ручкой? Ничего страшного, я пробовал уже все. Что, какой самый лучший? Я кубарем пошел. Только такой, как у этого. Ну, крючком который? Именно якорь. Я с полтора машины переверну, за пожарика положил тоже. Хорошо. Я успею заглушить уже по дороге. Хорошо лебедка работает. Ты Макс, что ты хочешь? Ты Макс. Одно слово Макс. Слить воду. Красиво. Это вес называется. Все. Остались. Ну а теперь утонувшие. Маньяки остались. Тут уже 3,2. А, аккумулятор сел. Так, все было на количество кругов. Время вышло. Уже следующих нету. Финиш. Ну что, друзья, круто было. Т1. Просто четкий, вообще идеальный. Одна из лучших гонок, которые я видел за последние годы. Очень четкий. Ну что, всем до встречи. Пока. Подписывайтесь, делитесь, колокольчик включите, комментарий напишите. До встречи. Ну есть хоть какие-то результаты? Хоть оранжевая точно где-то в каких-то призах. Может, ну, даже все, первый. Вот это победитель? Да, Руслан. Нива, наверное, Вова хорошо проехал тоже.